Ну, Сань, ну ты опять, ну хватит уже. Дай отдохну чуть-чуть. Еще у меня часы зеленые. You're the biggest tree in Samara, bro. Так, пацаны, вы большие, давайте на Жек, ложись, Жек. Крылья Советов, Игорь Витальевич Ощенкин, Игорь Витальевич. Отсутствие Романа Ежова сильно скажется на схеме игры, его вообще реально заменить? Ну, мы постараемся это сделать. Реально, нереально покажет время, но у нас есть игроки, которые тоже достойны игрового времени. И Чехович вот сейчас, который формально его меняет, он, в играх, которые в то время, которое мы ему давали, он достаточно квалифицированно себя показал. Давай, Саня, давай, 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 давай!
давай. Давай, Макс, забей. Thank you.
уважаемые болельщики, в перерыве сегодняшнего матча мы получаем сертификат на карту для желтого магазина «Метролин» и футбольного клуба «Елизавета» для замечательного юнита для бездомных животных «Флаг Мухи». Итак, Thank you.
большое вам спасибо за поддержку. Этого действительно дорогого стоит, потому что мы сейчас были по очкам, ну, не добирали явно очки, мы тоже переживали, но вы были всегда с нами. И знаете, вот я скажу, что вот последние там 3-4 игры очень нам не везло, но вот где-то люди ко мне подходят, и в этот момент даже вот теплее, чем обычно, всегда вот говорили, поддерживали, вот все придет. Сейчас вот есть игра, игра нравится, есть голевые моменты, сейчас придет. Я говорю, самое большое количество вот такой поддержки было после последних вот 3-4 встреч. Спасибо вам большое. Да. Спасибо. Спасибо огромное. Возьмите какие-то свои ручки, фломастеры. И как можно быстрее фотографируйте. Не обязательно делать 50 фотографий только с Сергеем Пеняевым. Можно сделать с ним 2 фотографии. По правую сторону от экрана. Всех поздравляю с победой, с долгожданной на в своем поле, и наконец-то к поле принесло нам удачу, но удачи было мало. Сегодня была красивая игра, была самоотверженность, и сегодня парни сделали все для победы. И никто не мог этому помешать, ни соперник, ни судьи, никто. Когда полная самоотдача, когда есть и мастерство, сыгранность, когда один за всех, а все за одного. Парни, вам с победой, спасибо вам, сегодня она по праву пришла к вам. И, конечно же, с удовольствием поздравляю с победой всех самых преданных болельщиков. С победой, друзья мои! Теперь нормально, выиграли. Сегодня еще и день отца. И вот такой вот подарок от Сергея Пеняева Дмитрию Игоревичу Азарову. Давайте поаплодируем. Очень символично. Сегодня же праздник. Тебя как зовут? Как я зовут? Арина Владиславовна, ну, замечательно ты болеешь. Ты все время футбол ходишь? Не пропускает ни одной игры. Ну, наконец-то победили сегодня. Рада? Даже Ягубушки только не было, да? Игроками ограничено, поэтому сами... Я думаю, сейчас будут ускоряться. Пойдем, меняем. Спасибо большое. Спасибо.